что такое День Победы. День Победы – это день 9 мая, когда немцы подписали документы в договор, то, что они проиграли Великую Отечественную войну. День Победы – это когда все люди отмечают этот праздник и ходят к вечному огню. День Победы празднуют 9 мая все люди во многих странах. Когда поздравляют дедушек, прадедушек своих, и в этот праздник поздравляют ветеранов. Кто празднует День Победы? Те, кто участвовал в Великой Русской Отечественной войне. День Победы празднуют наши ветераны и герои войны, наши прадеды, бабушки и дедушки. День Победы празднуют все русские. Да, наши русские победили фашистскую Германию. В этот день нужно поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны и погибших на Великой Отечественной войне. Чествовать нужно ветеранов и героев войны, наших прадедов, бабушек и дедушек. Тех, кто был, участвовал и кто подвиги делал и остался живым, и сейчас его празднуют. Почему люди празднуют этот праздник? Потому что много людей не хотели бы, чтобы была война, и немцы им руководили. Потому что они смогут вспомнить своих прапрадедушек, прапрабабушек. Мы идем к вечному огню и кладем венки и цветы. Расскажи о подвигах своих предков. Прапрадедушка, вот, участвовал в Великой Отечественной войне, и он смог забраться на Эверест. Мой прадедушка был разведчиком. И он разведывал все, что было у немцев, где огневые точки, где лучше нападать и где лучше укрыться от немцев.